Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео, и если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Видео, на котором оживший труп якобы встает с кровати и начинает активно двигаться, разоблачили. В телеграм-канале зрители призвали обратить внимание на предмет в кадре, который используется для съемок кинофильмов. Удлиненный штатив для камеры, который в профессии называют удочка, из-за схожести с одноименным предметом, появляется в кадре в конце видео, что может означать постановочный характер съемок. Видеоролик с оживающим трупом появился накануне в социальных сетях. Случай, согласно распространяемой информации, произошел в Твери. На видео мужчина снимает с себя покрывало и якобы в помещении морга и встает со стола, делая странные движения. Однако в Тверском Минздраве информацию о случившемся официально не прокомментировали, назвав ее шуткой или фейком. Там же сообщили, что им уже присылали это видео с таким же содержанием, но с другой подписью. А как вы думаете, фейк это или нет? Напишите в комментариях.